Кукурузеньки проголодались, да, проголодались мы, кукурузеньки. Ну что, скажите всем привет, жить доброе утро, друзья. Ага. Ребят, кукурузеньки вас приветствуют, сейчас мы будем кушать, да? Рано-рано утром, как говорится, не свет ни заря, кукурузеньки просыпаются и просят покушать. Вот они, кукурузеньки. Так, Хед, налил ты им уже? Давай, клади им кушать. Давай, вот так. Давай другую тарелочку. Вот так, друзья. Сегодня, значит, у нас на завтрак творожок. Да, мать, ты пока подожди там, ты им мешаешь кушать. Мать выходит и все съедает. Сейчас, мать, сейчас тебе тоже дадим. Сейчас, мой дорогой, сейчас. Сейчас малыши покушают, и тебе дадим обязательно. Подожди, мама. Вот так сейчас карапузеньки покушают, кукурузеньки. И, мама, ты покушаешь. Молодцы, молодцы. Все, Хедек молодец, положил. Значит, мамке тоже покушать. Давайте чавкаем, все с утра чавкаем. С утра, ребят, начинается утром с карапузиков, с донечки, с карапузиков. А сейчас пойдем, значит, дальше к малышке новенькой, да. К нашей Индиане, дай бог, чтобы она, как Индиана, быстренько нашла свой дом. Это у нас новая Индиана. Давай, давай, карапузики. Свет слабый какой-то. Съемочка как-то, может, будет не очень качественно, но просим прощения. Давай, мать, ешь. Молодец. Мамку пока закрыли, чтобы она не мешала карапузинкам. Вот и хорошо. Что такое? У тебя нос беленький. Молодцы. Что, Софа? А? Софка. Молодцы, хорошо они умяли творожок. Хороший аппетит, хороший. Давай, мать, летай. Такие уже карапузеньки хорошенькие. Молодцы. Уже, вы знаете, мать их уже особо не подпускает к себе. Уже ворчать на них начинает. Зубки-то у них уже большие. Но она терпит, конечно, ну, приходится и терпеть. Но уже пытается больше, значит, выйти из загончика и побыть сама, без них, с нами. Конечно, зубки у них уже большие, остренькие, и мамке больно. Ну, мамка, еще надо покормить их, давай ты еще потерпи. Чем ты их больше покормишь, они тем будут здоровее. Да, карандашики? Так что мы эту маму так просто не оставим. Да, она будет кормить. О, все, пошло минирование. Покушали, сейчас будем все минировать. Папка будет сапёрить. Какие не смешные маленькие. Маленькие карандашики. А кто не доел, давай доедайте. Давай, 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 все доедайте. Все хорошо кушайте, кукурузеньки. У нас пеленочки закончились. Вчера, значит, вечером пеленочки посили, и я их уже убрал, потому что они, я не знаю, ночью выходят и писают, что ли, я не могу понять. Но вот пеленочки закончились, сейчас будем ехать, значит, за пеленочками. Мы такие берем в пачке 10 штук, и что сразу заканчивается. Очень, ребят, много пеленочек уходит. Я не знаю, за день заканчивается. Вот мы там раз пеленочку, по две пеленочки, по две пеленочки, и они что-то быстро заканчиваются. Они вот ищут пеленочку, чтобы на пеленочку сходить, а нету карапузики, извините. Ну, сегодня будет. Сегодня будет. Сейчас пока покормим, значит, хвостиков.
И поеду за пеленочками, пацанов в школу, а вам за пеленочками. Так что пока давайте на кафель, что делать? Другого варианта нету. Ага, ну они молодцы, хорошо покушали. Там у них водичка. Не доели, но то, что не доели, сейчас, конечно же, с этим делом справиться. Ага, писюнкает. Да писюнкает уже там, а что делать? Дайте я дверцу открою маме. Давай, двигайся. Писюнкает. Ох. Ну все, ребят, все, у нас уже полный фарш. Здесь уже надо соперничать, как говорится. Дело сапера, дело непростое. Все, ребят, не расходитесь. Сейчас мы здесь дела сделаем и пойдем, значит, к новой малышке Индиане 2. Маленькая, маленькая девочка, все время за мамой плачет, да, за мамой плачет, бедная девочка. Оторвали от мамки, да. Давай, на, держи, покушай, давай, давай, вот. Бедная девочка, от мамки оторвали. Не кушай, сейчас я тебе дам, Ник. Сейчас дам, подожди, сейчас покушай, секундочку, да. А, не кушай, ребят, с вами здоровается, давай. Вот так она здоровается. Бедное дитё. Ну ничего. Ты главное не боли, потихонечку справимся. Оторвали от мамки, оторвали маленькую девчонку, малышку. Она бедная все время плачет. Мама, мама, ты где? Давай ешь. Покушай. И тебе станет легче, да? Красавица. Хорошая девчонка. Но только я не знаю, будет большая или маленькая. Кто-то из ребят писал, что будет маленькая. Она как бы маленькая, пухленькая. Ну, не знаю. Ну, мне тоже кажется, может, даже будет маленький. Знаете, есть же такие собачки маленькие, такие вот толстенькие. Ну, как Марта. Но она еще маленькая. Я не знаю, ей месяца два есть, даже, честно говоря, не знаю. Может, тогда уже мама перестала кормить, вот, и, значит, девчонку оторвали, не просто выкинули. Как обычно, кобелей раздали, наверное, а девчонку взяли и выкинули, типа, ну, умрешь и умрешь, выживешь, выживешь. Просто кошмар какой-то творится, ребят. Ой. Сложно об этих вещах думать, вообще кошмар. Да? Кукурузенька. Ой, хвостик какой у нас, хвостик, да, какая у нас мордашка красивая, да? А ну-ка, посмотри, покажи нам свою мордашку, где моя девочка, хорошая девочка. Давай, давай, кушай, не кушай. Про тебя как я могу забыть, не кушай? Просто видишь, пока маленькая, новенькая, да, давай ешь. Молодец. Вкусненько, не кушай. Не кушай, уже полностью здоровая, здоровая. Ищет добрые ручки. Видите, как девчонка, значит, маму свою ищет. У нас, значит, пес Барс ищет добрые руки. Вот Ника ищет добрые руки. Новая малышка ищет добрые руки. Вот Индиана, да? Индиана добрые ручки ищет. Маленькая девочка. Очень красивая. Посмотрите. Пушистый комочек счастья. Да? Ай, ты моя девочка хорошая. Давай так. Протри глазки, чтоб чистенькие были. Ты наелась. Вон водичка, все есть. Да? Как тебе хорошо. Вот ты вся такая вот пушистенькая, да? Ты такая зимняя девочка. Да, хорошая, пушистенькая, маленькая. Молодец, да. Ну что, ты наелась уже, да? Ну что такое? Ну все, иди сюда, иди, все. Все, хорошая девочка, да, папина девочка, хорошая. Ну вот до первой шишки, до первого шарика, как говорится, на лапе, они короткие, значит, по приметам она должна быть маленькой. Ну что я тебе поделаю? Ну иди ко мне. Ну что, ну моя красавица, скажи всем привет, скажи
Привет, ребятки! Вот она какая красивая! Вот я какая красивая и хорошенькая! Вот так вид у нас. У нас такой селфи-вариант. Маленький комочек счастья. Ой, 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 ой. Ну что, ну? Куда ты хочешь залезть, а? Вот так в куртку хочешь залезть. Видите? Красавицу. Вот она на вас смотрит. Говорит, люди, я хочу к вам, я хочу добрые ручки, да, принцесса? Ну да, да, все, 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 вот так, да, вот так, все, молодец, хорошая вот девочка такая, видно, видно вам ее хорошо, ребят, вот она, такая красивая, обнимается, ой, как она любит обниматься, как она любит обниматься. Да, ну все, 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 все. Хорошие, хорошие, да. Обнимашки делаем, да, обнимашки, да. Хорошая девочка. Никуш, ты покушала? Молодец, молодец. Наелась? Отлично, красотка. Так держать. Ну давай, давай не скучай, я сейчас приду, да? Давай, иди, иди. Хочешь перепрыгнуть через ограду? Сейчас я приду. Сейчас я займусь другими хвостиками. Там мне тоже нужно разминировать. Там у меня куча дел. Я не могу все время с тобой сидеть. У меня там куча дел. Так что ты подожди. Да? Подожди меня немножко. Хорошо? Я там справлюсь со своими делами и приду опять к тебе. Да, будем разговоры разговаривать с тобой. И как понимаю, ты еще такая девчонка. Любишь посплетничать, да, поболтать. Хорошо, красавица? Да, ты очень красивая, тебя все видели, все наши друзья, подписчики тебя видели. Ты красавица, ты маленький комочек счастья. Кто тебя возьмет, тот будет самым-самым счастливым человеком, да? Возьму тебя, ой, ручки, да? Вот видите, как она добрые ручки ищет, облизывается. Ты моя маленькая девочка, хорошая. Хорошая очень девчонка. Просто взяли и оторвали от матери и выкинули. Она ищет добрые ручки. Ой, боже мой. Ну все, ну все, 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 все. Ну надо мне пойти. Ну давай, ну как, если я тебя на ручки возьму, как я буду одной рукой справляться? Мне нужны обе мои ручки, да. Потому что в одной руке лопата, в другой веник. Так что ты давай, потерпи, хорошо? Нужно потерпеть, моя красавица. Все будет хорошо, все будет замечательно. Ну, не ворчи давай. Ладно, ребят, я побегу большим хвостиком, большими хвостиками займусь. Вам хороших просмотров, не забываем ставить лайки. И, друзья, конечно же, ваши добрые комменты нашим малышам. Всем пока-пока, ребят.